Всем привет! Сегодня у нас будет интересная битва гильдий. Будем пробовать набить максималку на минимальных противниках. То есть я не буду сегодня бить топов. Мне, в принципе, их бить даже не надо, по сути, уже давным-давно, чтобы получить максимальную награду с битвы гильдий. Сейчас мы посмотрим, кто у нас тут есть. Вот 109 тысяч. Ну ничего такое вроде. Делаем вот так. Варлок. И тыковка. Ничего так сажает, да? Так, хорошо. Еще разок. Стрелок, конечно, сволочь нам мешает. Вот как-то так. Просто на изи затащили. Сейчас мы еще тут разгон получим максимальный. Семьсот шестьдесят девять. Так, еще один такой же интересный. Тут есть у нас ворожей. Ну, давай попробуем тебя тоже пройти. Тыковку сейчас попозже кинем. Так, у нас осталась там тень. О, вот так, еще один трешечок. Просто на изи. Раскатали, вы сами видели, каких героев. Так, следующий 134 тысячи. Ничего тогда. Так, что у нас тут есть? Надеюсь, тут стрелка нету у нас. Давайте попробуем отсюда варлока закинем. Так, есть ворожей, да? Ну, давайте пробуем тыковку. Так, хрона слили. Остался Анубис. Опасно. Тут у нас еще и Анубис есть. Мешает он нам немножко, конечно. Давайте попробуем варлока отсюда кинуть. Пусть подсливает их немножко. А тыковку сюда. Не, не вариант. Так, давайте его пока пропустим, возьмем следующего, посмотрим. Потом к нему вернемся. Так. Кидаем ворожея. Говорю ворожея, варлока. Варлок у нас с богом войны. 12-12. Сами видите, что делает. Тыковка. Так, череп резнулся. Ну, череп не дожил. Смотрите, что тыква сейчас делает. Вот как-то так. Что у нас по очкам получается? 2300 уже. У нас есть еще две попыточки. Попыточки две. Так, смотрим. Кто тут у нас? Они минималка 134-140. Чтобы не пропустить самых минимальных. 171. Но там у всех побольше, да. Будем сегодня гильдию Белорус бить. Бить ихних топов. Так, ну тут интересно тоже.
Ну, давайте попробуем, трешанем. Ну-ка, сколько зарядит? 300, да? Ну-ка, еще. Нет, тут нам стрелок, конечно, протачит все. Опять стрелок мешает. Ну-ка, давайте вот так вот сделаем. Так, забор распилили. Можно, в принципе, юнитами отвлекать стрелка. Сейчас так попробуем. Ух ты, там дико тыковка разгон взяла. Да, давайте попробуем юнитами отвлекать. Так, юниты. Тыковка, варлок. Юнитами спамим. Что-то маловато прилетает. Там, конечно, у тыковки еще... Не, не вариант. Давайте кого-то другого попробуем. Так, тут опять стрелок. Не вариант. Долго мучиться надо. Попробуем тут варлока. Бам. Ничего так прилетает, да? Ну-ка, варлок. Еще разок. Вот так вот их. Теперь остался у нас там ворожей. Дрейк. Как вам такой варлок? Ну вот и все. Теперь кидаем просто тыковку для разгона. И смотрите, что сейчас будет. Опять бешеный разгон. Конечно, там приспешник нам немножко мешает, но он не успевает за ней бегать. Так, забежали. Разгончик. Просто изи. Вот вам тыковка с воодушевлением, как вариант. Можно пробовать. Ну, давайте. Аж стало интересно. Найдем какого-то топа, попробуем. Попробуем его слить таким составом. Так, вот что-то есть интересное, дырочный причем. Причем топ у нас дырочный. Дырка. Так, раз, два, ну есть стрелок. Прилетело раз. Прилетело два. Так, тыкву у нас слили. В принципе, можно, можно, можно. Жалко, я поздно начал. Пробуем еще разок. Так. Раз, два. Спамим юнитами. Это, конечно, не спасет. Стрелок все равно. Сволочь живучая. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай, варлок, стрелка приморозь. Ну, завалите нахрен стрелка этого. Еще чуть-чуть. Остался хрон. Варлок, я в тебя верю. Ай-яй-яй-яй-яй. Чуть-чуть не хватило. Ну-ка, еще разок. Есть у нас еще один. Одна попытка это сделать. Самое главное вовремя снести стрелка. Так, стрелка убрали, остался Дрейк. Что я могу вам сказать, ребята? Вот так вот просто... Да... Просто ни о чем. Ha ha.
еще и набрали еще и набрали топ в гильдии. Да. Причем тыковка просто огонь. Даже можно будет дальше трешевать с ней. Где там она, наша тыковка? Вот такая вот тыква. Причем она в топоре стояла. Не в свитке, а в топоре. В свитке еще было бы быстрее все. Просто жесть. В топоре тыква с воодушевлением. Ну и варлок на максималку вкачанный. Поэтому все-таки есть смысл качать варлока. Просто не унижать. Ну реально смешно, смешно. Я думаю, я все-таки следующую БГ буду опять тестить именно такой состав, потому что ну, состав реально просто жесть. Без всяких там питомцев. Просто чисто разгоном и уроном мы нагибаем. Не знаю, мне понравилось. А вы уже пишите комменты, как вам такой расклад. Ну реально хорош. Максимальный, конечно, на нем урон стоит, собран. Ну, долбит нехило. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал. Как видите, можно просто даже минималку набирать на слабеньких и не париться. Все, всем пока.